Всем привет, друзья! Вы на канале Флейми, и это, наконец-то, новый ролик. Сегодня я хотел бы затронуть такую тему, как Prime и Non-Prime в CSGO. Non-Prime — это полнейшая дресня. Но сначала немного истории. Давным-давно CSGO была платной. Там тоже водили читеры, но их там было гораздо меньше. И они хотя бы старались не палиться, чтобы не получить ваг и не просрать деньги, за которые они эту CS-ку и купили. Но буквально несколько лет назад CS стала бесплатной, и Valve добавили Prime и Non-Prime. Prime — это некая черта, которая отделяет читеров от нормальных игроков. Хоть на Prime и есть читеры, но их реально мало. Шанс того, что вам попадется читер, крайне мал. Ну так вот, Prime — это рай, где все играют в гармонии, знакомятся со своими отцами и прочее. А вот Non-Prime — это сущий ад, где вас в каждой катке будут ебать в жопу читер с крутилкой. Даже если у вас будет 20 ранг, ММ вас забросит к челикам с 5-10 рангом, которые буквально только что создали аккаунт и только что скачали читы. Так что будьте готовы около 150 или даже более часов ебаться в жопу с читерами. Valve говноеды не могут сделать нормальный чит за всю историю CS. Вместо этого они дают ее как старую полудохлую корову, чтобы срубить побольше бабла. Вот что они добавили нового за последние несколько месяцев. Спецоперацию, новый кейс, новые скины и медали. Все. В принципе, ничего нового за эти несколько месяцев и не произошло, кроме этого. Но будем надеяться, что Valve одумаются, сделают нормальный чит, или хотя бы CS опять платный, чтобы там было поменьше читеров. В общем, давайте подводить итоги. Non-Prime — это полное говно, где воются одни лишь читеры. Prime — это рай, где читеров практически нету. А Valve плохие люди, потому что не могут сделать нормальный античит. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А я пошел узнавать ёбри матери в CS. До скорых встреч!